Первые тренировки были как песни. Да? Да, да. Ты еще улыбался на первых тренировках всегда. Алексей всегда улыбался на первых тренировках. Потом у него в какой-то момент терпение закончилось. И он сказал так, а вот теперь мы работаем. Все. Юги. Извини. И поставил. Да вернулась. Ушла сюда. Ты учти, я здесь уже ничего не понимаю. И здесь продолжай движение, не бойся, не бойся, не бойся. Раз, два. Держу, держу, держу. Вешаем медаль Алексею Тихонову. Почему это? Ну, за то, что ты вынес меня. И на руках, и вообще. Екатерина Стрижановой тогда тоже. Вынес, вынес, вынес. Нет, правда, это действительно лучший партнер в ледниковом периоде, лучший. Вот. Я и в первый день это говорила, но и сейчас я в этом уверена. Но я хочу сказать, что, Леш, я хочу, чтобы ты меня простил за все, что, если есть какие-то обиды, что-то, я тебе очень благодарна за то, что ты меня выдержал. Вот. Правда, правда, правда. И, ну, для меня это время не прошло даром. Вот. Катя и Леша сегодня повторяют номер из тематики музыка кино. Вальс из кинофильма «Звезда пленительного счастья», музыка Исаака Шварца.
участники гала-концерта шоу «Ледниковый период», как вы сами понимаете, были вольны в выборе того номера, который они собираются повторять. Ребята сами определили, что бы они хотели еще раз откатать для нас с вами. И откатали-то здорово. Эта пара, безусловно, самая романтическая из всех участников шоу «Ледниковый период». Катя и Леша весь сезон радовали нас, особенно в тех композициях, когда музыка была романтическая. Тема любви раскрывается Катей и Лешей очень полно, что ли. Я даже не знаю, какие слова подобрать. Каждый раз, когда Леша выполняет свои великолепные поддержки, каждый раз, когда видишь наточенные жесты Кати Стриженовой на льду, понимаешь, что это история любви, история взаимоотношений мужчины и женщины, любящих друг друга. Ну, правда, здорово у них это получалось. И содержание раскрывается, и то, что они делают на льду, очень красиво. Я каждый раз им мысленно аплодирую. Спасибо, ребята.